А где тут свои? А, свои наверху, ну понятно. Ага, открой эту дверь, да, попробуй. Попробуй вскрыться, блин, не вскроешься. Задраконили. Вот так вот. Ты смотришь Perpetus Play. Меня зовут Саша, играем Dungeon Born. Уже все началось. Эх, ладно. Не будем. Ну и чужое забирать тоже нехорошо. Сегодня играем друидом. Почему? Гороскоп. Всему виной гороскоп. Я, как видишь, затарился интересными шмотками. Эй. Ну, такое ощущение, что проще будет присесть. О, на лохматое чудовище. Я всегда за. Я всегда за отправиться валить лохматое чудовище. Оно немножечко морозное, лохматое чудовище. Я думаю, мы будем справляться с ним пантерой. Так будет быстрее. Главное под раздачу не попасть. Вот так. Удрюкали. Отлично. Я желаю тебе приятного аппетита. Главное помни, каждая серия, в любой игре выходит новая так часто, как ты даешь мне знать, что тебе интересно. Лайком, комментарием, простыми вещами такими. Просто дай знать, и выйдет новая и новая и новая серия. О, надо бы и с ребятами восстановить связь, а то что-то мы все разбежались, да? А негоже это разбегаться с ребятами. Хотя один дядька от нас, в принципе, отделился вообще. О. Пантерыч достаточно бодрый. Единственное, что он не умеет, так это отступать боком. Быстро. А я сегодня прям мощно. Из каждого вышибаю что-то интересное. Зашибись, хоть что-то, пошли. Окей. Единственное, что не стоит забывать, это лечиться. А то пантера, она-то бодрая, но... До поры до времени, да? Он возле себя тоже так не кисло собирает толпы народ. О! Отлично. Избавимся от этого посоха. О! Отлично. Просто замечательно. Ну, гуд. Сейчас даже нарвемся на конкурирующую фирму. И, может быть, даже и порвем их. Кто знает. Ржавеешь, конечно, когда не гоняешь долгое время. Ах да, ты должен восстановиться. Тогда ограничимся деревом. Не того начал лупашить дерево. А где ты есть? Ладно, дерево тобой займется. Надо, конечно, поаккуратнее с ним. А то он во все стороны гораст. Вот об этом я говорю. Вот именно об этом. Но у меня уже тут кое-что зарядилось. Можно дрюкнуть. И вот это тоже. Вот. И пантера, я думаю, будет тут тема.
Единственное, что она не умеет блокировать. Это моя пантера. Оу. А и пантера, по-моему, не умеет пить бутылки. Но это не точно. А может и умеет. Кто первый на трупе? Кто первый на трупе? Блин, и три раза нажал, и три раза они помешали докопаться до истины. Но там ничего такого, чтобы я прям очень хотел взять. По-хорошему, учитывая, что гироскоп у нас здесь, нам просто нужно находиться определенное количество времени в этих лагерях. Локациях. Почему в лагерях? Не знаю. Почему-то в лагерях. Займитесь ей. У меня здесь сундук незалутанный. Вот этот. А хорошо идет. Несмотря на то, что я друидом, бог знает сколько не гонял. Вообще очень неплохо так идет. Хотя ворон как будто бы реально проще. Ладно, не буду сучить. Хотя можно было и забрать. Но не будем. Так, это нам пригодится. Это нам пригодится. И бутылок бы, да? Бутылок бы нам. А нам сюда надо. У меня 8 минут с половиной на все про все. Не то, чтобы сильно много. Вот так и накрыло. Главное, чтобы меня не накрыло. Ну нет, нормально. Все в порядке. Друид, знаешь, что же не кисло справляется. Ну, раз зовешь. Поскакали. Ты думаешь, здесь где-то будут... Правильно, бойся меня, я себя не контролирую. Я на самом деле очень даже контролирую. Порталы, нам нужны уже порталы. Мы пока на всех порталы найдем это... А ладно, разберем. Если что. О, там уже кто-то есть? Я так подозреваю, что конкурирующая фирма уже на горизонте должна появиться. Но пока что вроде как нет. Понятно, только я собираю эти побрякушки, потому что только я не так много в нее играю. Ой, здесь кто-то был. Здесь определенно кто-то был. А как ты умудряешься врага увидеть через двери там, а? Я возьму, это все на переплавку пойдет очень здорово, да милую душу просто залетит. А я там заприметил себе несколько разных примочек. Опять от нас отвалился этот наш тиммейт. Интересно, что они тут такое? Прочный жилет. Ладно, я тоже не возьму. Здесь это вот с топором завалили. Шлем возьму. А здесь все залутали прям. Да. А вот и порталити. Кстати, я не могу даже точку отметить. Но можно, в принципе, вскрыть. Пока что. Но отправляться туда я не собираюсь, естественно. Друид не из таких ребят, которые всех бросают и сами убегают. Нет. Что, ты думаешь, что там нету порталов? Да давай, не ссы. Если что, мы сюда больше никогда не вернемся. Пантера не очень хороший обзор. О, там конкурирующая фирма скачет. Это видно. И что-то у меня нету уверенности, что мы в два рыла их завалим. Вообще никакой. Начинаю уже грести все подряд.
Я смотрю, у него жопа начинает гореть. Потому что время поджимает. Потому что время поджимает. Очень даже не слабо поджимает, кстати. Пантера их слегка перепрыгивает, но это не беда. Он решился взяться за ум, решил и пойти с нами. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Давай, я пока открываю двери. Я почти уверен, что где-то должны быть порталы еще, очень даже. Свой же прописывает. А может быть и не так плохо, что он с нами не был все это время. Миша, Миша, Мишечка. Стой. Ах, два Миши. Ладно. Двое Мишей. Не, это уже надо уже фасовать. Не хочу. Так, стоп, конкурирующая фирма обратно. Нет. Ну, напрашивается. Пришкварил немножко. 3,5 минуты. Порталов не видно. Конечно же, да. Но вот то, что порталов не видно, это, конечно, беда. Давай. А я забыл, что оно в инвентарь обязательно должно ложиться. Я совсем об этом забыл. Угу. Че, портала не видно? Как они здесь не разбиваются, я понятия не имею. По соточке наваливает в целом. Неплохо. Но что-то мне это не нравится. Там не конкурирующая фирма, но знаешь. Порталов-то нет. А вот и конкурирующая фирма. И что-то не хочется один на один. Хотя они, по-моему, там друг друга лупашат. Че, тройной портал нашел, что ли? Нет? Как жаль. Как жаль. И здесь нету. За этим утырком. А, вот один. Печально. Они сейчас могут начать появляться. Давай, отвлекаю его. Угу. В принципе, лут это, конечно, прекрасно все. Но я от него мог бы и отказаться. Главное провести здесь как можно больше времени. На данном этапе. Хотя спастись тоже. Нормально так вскрыли. Ого. Не, ну это, конечно, мы не берем. Не успеваю зафасовать. Так, один портал. И он сбегает тот портал, который открыли мы вдвоем. Ну, понятно. Понятно. Ну его нахер. Пока мы будем рубиться, все очень плохо закончится. Может. А где же может быть портал, а? Хоть один. Тут уже каждый сам за себя, это само собой. Что такое? Ты думаешь, там есть что-то? Или ты кого-то засек? Там пантеру еще тут, да? Ну да. Ну ладно. Рубимся, значит, до конца.
Где эта пантера конченая? Есть мельчайший шанс, что игра зависнет? Серьезно? Интересно. Не, я не думал, что мы прям 100% здесь спасемся 16 секунд, но вот этого я не ожидал. А до этого обновления такого не было, если что. Угу. До свежего обновления с какими-то там красивыми шмотками и с гороскопом на пантеру. Да. Продолжится путешествие по сумрачному лесу. Не столь жаль, что погиб мой пантерный воитель. Только жаль, что не зачли они это в статистику. Что, с ума сходишь, что ли? Очень это печально, конечно же. Очень. Так, кстати, это левое. Старье. Мы от всего старья избавляемся. Ну ничего. Может, здесь даже выживет. Хотя, опять же, это не то чтобы цель. Если на то пошло. А знаешь что, дядя? Ну понятно, он достался не мне. Так, и тут на сцену выходит пантера. А ведь неплохое кольцо. Да, вера мне точно здесь не нужна. Жизнь нужна. О, а это наш клиент. Хорошо, я их двоих там рассекретил, а? Пока он рубит мое дерево, в облике пантеры я могу задрать этот сундук. Хотя он уже освободился. Наверное, не будем так подпадать под удар. И все хотят эту хрень. А я уже что-то ее не хочу. Я просто перехотел. Ну, мне в какой-то момент хотелось ее, а потом я резко перехотел ее взять. И все. Давай. О, это мы удачно зашли. Это у нас посох палящего солнца. А не будем тот выбрасывать. Он может мне очень даже пригодиться. Если что. Но палящее солнце тут будет удобнее, это правда. Ой, какие мы лежачие, хорошие здесь скелетики. Которые больно бьют. На удивление. Сука. Ты что делаешь, скелетик? Ты думаешь, я от тебя не убегу, что ли? А я убегу. Ножик. Блин, друид может ножиками? Фига. А с каких это пор? О, а идем мохнатого порежем, а? Ребята.
Идем порвем мохнатое чудовище. В мордочку прямо отлично пробирает. Подожди, там рубка уже какая-то суровая. А. Так, ну из моего сундука вытянули. Поэтому, ну извиняй. Ага. Иди в жопу. Я, главное, завалил сундук. Из него забрал, по-моему, этот же. Потому что тот срубился тогда. И тут на тебе. Возмущения какие-то идут. А я, между прочим, тебе покажу одну катку. Может, сразу за это и закину. Может быть, нет. Где я такое терплю, блин. Ради команды. Просто капец. Вот это показалось бы мелочевкой. Он бы там с ума сошел, если бы такое было. Поздняк. Срезал. Эти твари. Неприятные. Но хрен они меня тут достанут. А я их очень даже, кстати. О! Лучше я заменю свою швабру старую. Тем более, что это посох молнии тоже. О, и это понадобится. А то с этими зависаниями... Раньше действительно такого не было. Она не зависала. Ни разу. За все время, что я играю. Не супер много, но все-таки такого не было. Гоблин, гоблин. Так, а тем временем неплохо было бы. Найти порталы. Уже. Раньше встанешь. Раньше в портал попадешь. Ну или вообще в принципе попадешь. Эх, сила. Тебе сила здесь не пригодится. Вы намекаете, что наверху там что-то может быть? Я очень сомневаюсь в этом. Если что. Ведь вмазали прям все трое. А странно, что здесь никого нету. Они просто их не начали убивать, да? Ладно, возьмем на разборку. Уже можно, в принципе, взять любое говно. Вы намекаете что, на то, что они пошли туда? Нет, они туда не пошли. Но нам туда можно. Там мохнатое чудовище. В целом, я за то, чтобы его задрать. Да, блин! В целом, можно и так. Если только попадешь. О, все. Я все понял. Пантера делает свои мохнатые ноги. Ой, его проняло. Оу! А давай не будем так нападать на пантеру. А кто это так мощно рубанул, если он там остался? Зафиксировался. Это главное мне, он что-то рассказывает, да? Или он что-то выбросил под ноги, я не заметил. Слышал какой-то непонятный звук. Хер он там выбросит что-то.
Он и это залутал, и то. Смотри, какие нежные, а? Ты посмотри, какие мы нежные. Ага, он еще сейчас портал свалит. Чует мое сердце, ну, естественно. Такс. Да, идти смысла нет. Хотя, кто его знает, где она появится. Ну, естественно. Ну, естественно. И, естественно, он дисконнектнулся. Потому что, знаешь, вот такой гнилой человечек. Вот есть такие дяди. Попадаются, знаешь. И это одно из самых неприятных явлений на самом-то деле. Ладно, давай, все говно. Может, удастся свинтить. Нет, там у нас уже все, да? По идее, портал может появиться в любую секунду, где-то даже прямо под ногами. А может не появиться вообще. И пока мы его ищем, может появиться конкурирующая фирма. А что он там увидел? Но он не звал за собой, поэтому я не думаю, что ему нужна помощь. Там сильно. Я могу позвать за собой, потому что тут порталы. Я же не сволочь какая-нибудь. Учитывая, что он что-то добежать ему надо, я и ему открою портал. Кто-то тут барахла нафигачил. Все отлично. Можно же играть, как люди. Ну, ну сука, ну можно же. Не бычить, ни хера, ничего. Все ж в порядке. Ну и, наверное, возьму, что возьму, и все. Не будем валять дурака. Она еще возьмет и зависнет. И зачтет как проигрыш. Это же не то, что оно... Ой, игра зависла, так что ладно, хрен с тобой. Шмотки не пропадают. Твои, которые были. Как минимум, да? Я же об этом говорю. Они все отсоединились. Давай посмотрим, что у нас творится. Они резко все в этих ведрах дарксольских начали гонять. Я что-то пропустил? Что-то я не заметил ивента здесь никакого такого. О, а что это за хрень такая, а? Что это за хрень? Это теневой портал? А там был кристалл разве? Дорога в лобби. Какого она себе мнения, да? Угу, понятно. А я бы глянул сейчас теневой портал, если они в те втроем отправились. Мне интересно. Куда он собирается заползти, я не понимаю. Все на выносливость у него, все на ловкость и выносливость. Ну да. Бесовский жилет мародеры. Прикольный. Кстати. Плюс 150 опыта, ну да, да. Им прокачать, конечно, как нифиг делать. И вот они уже в аду. Собака, барабака и мастер меча. Я не знаю, кто из них барабака, я имею в виду, какого класса. Но мы сейчас это увидим. А может, не они одни здесь оказались? Нет, они одни. Так, барабака у нас, значит, криомант. Ну, тоже не кислое снаряжение у барабаки, знаешь ли, поэтому как бы посмотрим. Он решает, когда начнется бой. Они так начали бодро, знаешь, как будто бы сейчас даже победят. Не, давай смотреть... От барабаки.
Так он не ломится в ближний бой. Так будет виднее, что происходит в целом. Ну, Барабака, в принципе, получает по щам, но это такое. Это ничего страшного. О. 5 скелетов магов. Нет. Всего 2. Но эту Барабаку уже зацепила. И это хрень. Хозяюшка на заметку. Значит, на него цепляют какие-то шарики. И можно эти шарики разбить о врага. Или о союзника. Ну, если ты такой человек. Интересно. А вдруг победят? Слушай, ну так бодро начали. Хотя помним мы. Видел я дважды это дело. И они как будто бы побеждают, но на самом деле... Не очень. Толпы здесь, конечно, нагнали нормально. Ну, как нагнали, он нагнал. Да это Артас, я тебе говорю, это вот Артас. Слишком он какой-то суровый, чтобы быть кем-то другим. О, это ответочка была. Замедляющая. Ответочка. И прям долго так замедляет, смотри. Хорошая. Ну, ребят, я так понимаю, здесь времени бесконечное количество. Главное не сдохнуть. Или... А нет, знаешь, учитывая, что там зеленая хрень валяется, наверное, все-таки падает пол, как мне тогда и показалось в самом начале. Но ты посмотри, какая моща. Ему все нипочем. Его рубят, не рубят. Хотя да, его не так много рубят. Да если бы вы его рубили. Что он пытается вызвать? Ребята не сдаются. Они пока что еще, в принципе, даже и не думают призывать порталы. А поэтому верят в свои силы. Это замечательно. Ага. И зачем же ему ледяное проклятие? Ты намесил. Сложно понять, но можно простить. Ага. Значит, эти шарики магические цепляются еще и на дерево. Призываемое. Хотя, знаешь, с ним именно этот посох эффективен. Вот с ним. Потому что она долго замирает на одном месте. И, пожалуй, именно Барабака ему нанес немало урона. Хотя вот. Молодцы! Слушай, молодцы просто. И что ж там такое у тебя выпало-то? А, роскошное ожерелье ловкости. 13 к ловкости. Ничего себе. И все? И все, с него вот это вот только одно ожерелье, и все? Или каждый себе берет что-то? А, этому роскошное кольцо силы. А этому? Этому? Что? Тоже роскошное кольцо силы? Возможно. А возможно, оно у него уже было. Что-то нам чистит. Место готовит. Одеяние праведника. Это тот такой молодец, что взял себе только одну вещичку, или тут каждому выпадает по одной вещичке, чтобы не было совсем уж так обидно. Да. Начнется и продолжится приключение. С гоблинами. Ну, будем откровенно, гоблинов драть, конечно, пантеры вообще нифиг делать. А, хорошо, что они сделали ее дальнобойной. О, блин, дальнобойной. От третьего лица. Пантере было бы вообще неудобно сражаться, если бы она была от первого лица. Вообще неудобно. Зря.
Тороплюсь это угандошить. Вроде ребята нормальные, не собираются хапать чужого. Они и своего не собираются хапать, я смотрю. А я бы это взял. А нам бы это надо было бы. А тут еще не даже можно нахапать всякого. А мне оно надо. Это ребятам, которые тут гасятся по хрен знает сколько часов в день. Оно не надо. А мне очень даже надо. Тем более зелененькое. С пантерами хорошо играть, они. Пока переключаться. Так уже и все. Украдено. Сука, твою мать! Ну ладно. О, ребята на жнеца пошли. А я сейчас подключу. Да блин. Давай. Я сейчас подключусь, конечно же. Причем скоренько подключусь. Или они не пошли на жнеца? А, он внизу как раз. А что же это вы, ребята? Что же это вы, ребята? Почти успел задрать. Или он наверху все-таки? Если жнец, то лучше его так рубить. Начать. О. Ладно, погоди. Чё туда пантера ломанулась? Сука, вовремя подошел, да? Ну чё, сейчас полечимся. Да ладно, вы не рискуете ее завалить? Не надо так. А, вы хотите просто ее сперва залутать, да? Угу. Ясно. Но жнец это солидно. И лучше к нему не подходить. Хотя он и сам это сделает. Великолепно. Ага, я так и знал, что мне за спину телепортируется. Да блин! Все. Ты что делаешь, а? Вот так, руби его. Руби его. Я думаю, что такое? А ребята мои разбежались. А мы что, сюда возвращаться не планируем? Да я бы тоже вскрыл эту хрень. Раз мы не планируем возвращаться сюда. Зачем он увел отсюда эту хрень, а? Он же теперь за ним гоняется, нет? Где эта хрень-то вообще делась? Неужели задрал? Не знаю. А. Преследование ведет. Хорошо. У жреца, конечно, жизнь до хера. Я так и знал. И ребята опять ускакали, серьезно? Я опять один? Да тут же фигня, уже добить его, а? Хотя, если так подумать. Не такая уже и фигня.
вообще не такая уже и фигня, если разобраться. Он же телепортируемый. Ну блин, надо было им свалить, а? Ну вот что они такие? Только не говори, что он у меня за спиной! А ведь за спиной. Ни хрена себе, кто умеешь. Ай. Ага. Не, ребята просто отказались от этой затеи. А зря. Вообще зря. Мы бы его задрючили бы втроем, бы уже его задрали, я тебе говорю. Я же говорю, задрали бы. И каждый получил бы свою роскошную херню. А так я уже даже не знаю, где они. Что они там делали? Заставляли меня потратить кучу бутылок. Кстати, что это воля? Как печально. Как печально. Ну ладно. Хорошо, вот так вот будет. Неплохое колечко. Интеллект, жизнь за убийство, плюс 9 единиц. Да, не 200! Как хотелось бы. Да? Но, с другой стороны, опыт опять-таки мне в уничтожении этих тварей. Я-то не особо с ними сталкивался, буквально пару раз в жизни. Очень помогает. Да. Не спорю. Понимание, как, что, к чему с ними. Уже конкурирующая фирма где-то кого-то дрюкачит. Выходите туда, там же тупик, ребят. Там тупик. Я полностью уверен, что там порталов не будет. Ни хрена там не будет вообще. Интересно, а вот они сейчас взлетают? А жнеца. Поймут, что я его завалил в одно лицо, фактически. Львиную долю урона ему нафиачил. Или даже пантеринную долю. Я бы сказал, кто он после этого, но... Ютуб в последнее время и так с ума сходит и блокирует чуть ли не каждое видео. Хотя почему-то чуть ли. Абсолютно гребанное каждое видео он блокирует. Чё он такой мощный? Эта пантера начинает меня подбешивать. Да. Совсем забыл, что я поставил эту хрень. Ну, раз ты не взял. И нам бы неплохо было бы взяться за ум, что ли? Или за порталы? О, удобно, здесь и мыши, и портал. А что я буду с тобой играться, а? А знаешь, я поиграюсь, наверное, с тобой. А, вот кто меня еще рубанул. Вот.
Вот кто меня рубанул. Подожди, этот портал... Да, этот портал тут был. Окей, штанишки, по-моему, у меня... Да, у нас старые, потрепанные. Штанишки. Ну что ж, даже если кто-то свалит из них через этот портал, ну, так и будет. Но он будет открыт уже. Вы не собираетесь скрывать порталы, да? Надо было выкинуть свиток перед тем, как открывать тот портал, потому что... Когда мы будем бегать с горящей жопой пантеры... Классно, что вы забаррикадировались, ребят. Великолепно. Они подумали, что я сваливаю, что ли? Тут же видно внизу. Да я ни хрена не сваливаю. Успеем? Конечно, успеем. Это же я. А, вы хотите в темный портал? Я, в принципе, очень даже за. Но только я не вижу здесь темного портала. А за мной этот дядька не идет, да, далеко? Может вернуться его завалить, а? Даже если в одно лицо. Чё б нет? В принципе, мы можем справиться. Хотя он такой дядя. Неприятный. Главное жопой в портал не писаться. Угу. Вечно они меня бросают, ну правда. Вечно они меня бросают. Прописал. Ага. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, свой хлыст навалил. Только что. Мне главное возле хлыста его вводить. И все дела. Я же говорю. Ну, нормально. Учитывая, что здесь сундучок еще. Интересно, ребята, да, ребята уже спаслись. Ну, тогда можно, в принципе, взять всякого барахла. Да ладно. Может, тут просто барахло интереснее. 22 секунды. Я же так могу и доиграться. В жопу. Следующий раз надо будет в кончину грешников. Да. Начнется путешествие в кончине грешников. А у нас тут фишка, знаешь, скелетов покрошить. Интересно, вот считается, что я его убил, если... Нет, ни хрена не считается. И он нанес финальный удар. А не я. Наверняка ничего не считается. А тем не менее, время провести, скелетиков подубить. В идеале даже выжить. Ну это как-то уже даже, да? С перебором, да?
Как ты меня заколебал, а? Ты еще нет, но сейчас заколебаешь. Вот. Ты. Неплохо было бы здесь еще и не отложить пантерские уши. Навсегда. Не оставить ушей. Как-то здесь прикольно слишком. Мы здесь раньше никогда не были. В частности, я. Ну давай. Да не успеет. Да я тебе говорю, не успеет. Прогорел, не успеет. Вроде бы мне зачлось. Но это вообще не факт. Ладно, гребем все, там разберемся. Посохи эти выкинуть вообще не проблема. Если на то пошло. Че, не надо, что ли? Классно. Хорошо здесь. Сука, заманивает, а? Ты посмотри на него. По-моему, уже плюс-минус 4 есть. Трупа на моей совести. Это уже хорошо. Отделился от нас один наш урбака. Тут уже одна тима конкурирующая налезла на другую. Ну ладно, бери. Тут хотя бы есть эти самые. А то влетают просто в стену. Это пипец. Какой-то стрёмный. В этом месиве не всегда заметно, где свои, а где чужие. Молодец, рубанул так рубанул. Чё это я? Лучше бы в пантеру. Да? Бутылка. Но не та, которую я ждал. Ну почему бы и нет, это тоже хорошая. Это та самая? Жаль, поносить нельзя. Теперь нужно обязательно выжить, да? Иначе она не зафиксируется. Хотелось бы. Но здесь в кончине грешников выживать и так не всегда получается. А если ребята еще и захотят куда-нибудь в какую-нибудь жесть записаться? Ладно, вообще... Кстати, а у вас нет бутылочек? Мне бы сейчас пригодились, я так... Раньше-то просто погулять, и теперь как-то даже выжить захотелось. Да? Бывает такая херня, да. Так, надо один скинуть. А у них эти короны уже есть, да? То они не особо радеют. За короны. За эти. А вот тут у нас жнец. Но я не уверен, что мы с ним справимся. Я-то, как видишь, своего бродягу вообще раздел. Во избежание неприятных неприятностей.
И что-то они не очень торопятся. Вальнуть жнеца. Сука, он со своим мечом никогда в жизни не позволит на квасить этих скелетов. А этой хренью еще научись попадать. Сука, ты издеваешься? Это жнец, что ли? Или это он? А. Понятно. Уходим. А он за мной, что ли, валит? Ладно. Но втроем-то его проще валить, чем в одно лицо. Я думаю. Ой, это ты интересно заполз. Ладно. Да блин. Попался на твое замедление, надо же. А где он? А вот и он. О. Как так получается, что я вечно убиваю жнецов, а? Прикольно. Ребятам не надо, нет? Ладно. Будем догонять тогда. Они, наверное, решили забить. У меня как будто вор на хвосте, нет? Хер знает. Странные непонятные шорохи. Это ли хвостом может задевает что-то? Ну, не скелета, но... Да блин, а даже ты прописал. Твою мать, аккуратнее. Что у него за меч такой? Ни хрена себе. Ты тогда был не жнец, а он, да? Ё-моё. Обосрака. Обалдеть, это, конечно, хорошо, что у него такой меч. Но ну его нахер. Мне никаких бутылок не хватит. С такими раскладами. А тут желательно быть прям целеньким-целеньким. Еще и бутылок иметь про запас. Мишечка. Так, ну его нахер. Я не буду подходить, потому что я знаю эти приколы. Я как прорубит этим мечом. Хотя мне эта корона пока что... Не задавался этой целью. Угу. И опять нанес последний удар. Он у меня так штуки 4, наверное, скелета украл. А цель нашего здешнего приживания именно в этом. Пребывание. О. В смысле? Конкурирующая фирма. Интересно, как давно они здесь были. Ну что, ребята, корову обходим стороной, да, я вижу. Вижу. А ребята здесь такие проходили, что либо не заметили, либо хер положили. Но амулет. Я бы не стал так забивать. Не хочется с ним так возиться.
Ну, человек 6 точно задрал. Я думаю. И что вы решили делать с этой коровой? Залутали уже его? Сундук там, который он стерег. Конкурирующая фирма. Классно, я отрезан от своих. Хотя, но не хотелось бы. Туда лупашить. Тем более в таком состоянии. Эх, был бы я гнидой, я бы туда уже спустил. О, он собирается зайти за спину нам. Идем в дом. Ты ж просто не знаешь, что он тут бегает. Я его не думаю, что вот так просто удастся завалить. Да, может, и удастся. Но кто знает. Я тут деревом совсем не пользуюсь. Я про него забываю, серьезно. Вот я об этом говорю. А, можно и заржаветь. Когда не пользуешься тем или иным персонажем, ты просто забываешь фишки эти все. А может, я зря голым пошел сюда? Но я вообще не рассчитывал, что будет что-то такое позитивное, если что. На позитивный расклад было мало надежды. А то обычно, знаешь, с рандомными ребятами прибежишься, да? И оставишь здесь все свое добро. А, не месят его. Только вопрос в том, кого. Вот его. Его. А где тут свои? А, свои наверху. Ну, понятно. Ага. Открой эту дверь. Да, попробуй. Попробуй вскрыться, блин. Не вскроешься. Задраконили. На этого похер, да, согласен. О, и этого задраконили. О, и того задраконили. А тут куча тим. И все конкурирующие. Кто-то мне подсказывает, что я сейчас могу попасть в жопельник. А может и нет. Тут вроде как я не заметил других ребят. Ну, ладно. Так, и тем временем. Ага. А нам-то надо куда-то туда. Вот сюда. Не будем торопиться. Корова на хвосте, но это ничего страшного. Рубились славно. Блин, не хотелось бы, честно говоря. Хотя.
А у нас другого варианта здесь нету, я смотрю. Одного нашего вольнули. А вариантов-то у нас и нет. Мне кажется, тут больше фирм-то конкурирующих нету, но... Ну и порталов тоже. А нет, вот портал. Блин, он одинарный. Твою-то мать. Так не хочется подставлять чувака. Но здесь больше ни хрена нету. А, нет, он не одинарный. Тогда все, тогда можно нырять. Тем более он свалил уже. Замечательно. Сейчас как раз зона сужается. Мы выносим кучу лута. Две короны. Всю херню. Без зрения совести валим. Отлично. Жаль, одного спасти не удалось. Но там была мясорубка. Они разделились, и в этом их проблема. Они разделились, начали мочить корову, мы их там сверху причем что-то накрыли, что-то не накрыли. Ну, в общем, такая херня. 15 уровень. Быстро идет с этим, конечно, лутом. Быстро идет. Так, это надо разобрать, да? Или нет? Нет. Когда взгляд богов упадет на истинно верующего, тайны окончания жизни откроются. Хер бы я знал, что это такое. Если бы я знал, что это такое, а то же я не знаю. Нахер. Так, ты. Угу, угу. Угу. Это можно носить только, да? Это разбирать нельзя. Очень жаль. Нет, можно. А, разбирание даст одну фиолетовую хрень. А мне фиолетовая хрень нужна, чтобы... сделать модный, например, амулет? Нет, мне нужна другая хрень. Что с этой делать? Не разбирается. Эпическая. Типа все три нужно куда-то деть. Я не знаю, я его оставлю пока что в хранилище. Полежит, не пропадет. И эту тоже здесь, и эту тоже здесь, и вот эту тоже здесь. Хотя, честно говоря, мне нужно уже... А, понятно, я так и знал, что рано или поздно они поставят мне лунные камни. Поставят меня на счетчик этих лунных камней. Мать бы их. Да, продолжится серия успешных побегов. Я все никак не могу понять, как же они делают так, что их инвентарь скрыт. Ну, пока мы набираем в лобби команду. Как они, сука, это делают? Больной, что ли? А, это ты. Спас! Пантеру. Пантер Пантерыча спас. Представляешь? Вау. Че, проскочишь? А все. Магия того, этого. Но нам туда не надо, он прав. Тут есть множество мест, куда стоит попасть. Не знаю, удастся ли сбежать или не удастся в этот раз. Но. Но. Ну, извини. Но как минимум завалить скелетов чуток. И... погулять здесь минут 5-10, чтобы добить те задания. Это мы сделаем.
Ну, я надеюсь. А что-то особо большее я не рассчитываю. Потому что здесь 50-50. Но? Да может быть. Как же быстро заканчиваются заряды магические. Почти так же быстро, как набирается опыт. Когда играешь в этой броньке. Это я еще эту корону не юзал. Которая еще плюс 150 опыта дает. Общей сложности, но его нахер, сколько оно дает. Ну, если выживаешь, конечно. Хотя опыт дают даже если не выживаешь, но просто меньше. Мой. Мой. Так, а что это мы уже не забираем с них бутылки? И ожерелья? Забираем, конечно. Это все на разборку пойдет. О, а может в этот портал? А, ребят. А подожди, а где этот портал находится вообще? Где-то под нами, что ли? О! Не те. Что они там рубят? Я хочу в портал. Что они там рубят такое? Ну... Не рубят пока что их, поэтому это уже хорошо. Ай, ладно. Ребят, тут уже все залутано. Не к чему придраться. Все нормальное украли до меня. И гоблин притворился как раз. Перед тем, как я сюда пришел. Что, на мохнатое чудовище вы хотите наехать? Я в целом не против. Мохнатое чудовище мы задрать можем. Ну, если постараемся. Тем временем зона сужается. Беги давай. Ты же у нас разведчик. Надо отбегать подальше. Тогда от этого удара всегда будет эффект хороший. Да ладно! А кто его задрал? Вот этот? Да не может быть. Блин, как же ты нас подставил, а? Так, мне надо срочно объединиться с Локио, или как он там. Ты даешь. Стоп. А, он с нами объединился. Не, я таким не занимаюсь. Мне просто было интересно, что у него за шмот в целом. Что его задрали. Что это было такое? Не, у меня самого такое было, но как бы... У него был не совсем тот уровень. О, а там уже жесть. Сучара, а? И кто-то валит или нет? Да нет. Это падаль, сука, неудобная, а? О! Я думаю, что тут такое? А он считается в скелеты или нет?
Такс. Стоп. Давай не будем психовать. Может еще его? А, ну да. Уже нет. Ну, в целом, я свою задачу почти выполнил. Скелетов бы побольше. Ни хрена себе ты драпаешь, а? А, тут два скелета, но что-то... А как к тебе туда вниз? Вот так, что ли? Что-то не похоже. А, похоже. Там портал. Но он тебе не нужен, да? Странно, что конкурирующей фирмой не пахнет, а? Очень странно. Прям подозрительно. И ты валишь в портал, да? А, он не откроется. Или он с этой стороны недоступен? Что-то ты подзакис там, да? Как бы не подзакиснуть. Еще бы. А что я? Куда это я вообще влез? Куда это я влез вообще, а? У меня будто что-то за спиной. Стой. Я знаю, что ты вернешься все равно. Такс. Не понимаю, он просто ждет, да? Он просто ждет. Это ни хрена не круто, не прикольно и не интересно. Но то, что я понимаю, что порталов у нас здесь не так много. Ага. Сука! Что там такое? Конкурирующая фирма, понятно. Смысла туда соваться я не вижу. Тогда сунемся сюда. Угу. Ладно. Интересно, а тот свалил или нет? Нет, вот он стоит. И он стоит уже за кругом. Может, он отключился, а? Нет, ни хрена подобного. А иди убей его. Иди убей его. За такую игру убивать надо. Угу. Охренеть. Не встать. Оу, фак. Оу, щет. Нет, ни хрена он не отключился. Эти ребята здесь что-то ловят. Хрен мне дадут вскрыть эту дверь. Ну ничего, мы... Во-первых, постараемся провести здесь времени как можно больше. Давай, давай. Отлично. Во-вторых, сука, ты не пролазишь, и ты тут стоишь? Твою мать. А ну издевается. Хотя он заблочил их, это...
Неплохо. Что ж так с тиммейтами-то не прет, а? Просто берут и сваливают. Один убился, другой свалил. Причем ждал до последнего. О. Раз пошла такая пьянка. Fuck you. Fuck you, пьянка. Да, вскрою я эту хрень, да? Угу. Как же. Да, вот охота на меня идет. Жесткая, но... И я сдаваться так просто не собираюсь. Они, интересно, хотят в этот портал или нет? Они очень могут даже хотеть в этот портал. Залезть. О, нет. О, нет. Нет, 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 нет. Сука. Из-за этих говнотиммейтов, конечно. Ну, что тут наблюдать? Может, еще разок? Попробовать отсюда спастись. Тут, в принципе, единственное, что осталось. Да начнется. Я надеюсь, удачное путешествие в этот очень-очень суровый мир. Эх! Уфель. Оно, по сути... Не, лишь бы оскома не было вот этой вот негативной. Отсутствует предмет. А что там за предмет? Открывает цветочный саркофаг? А? Интересно. Хотелось бы знать. Ладно, это работа для пантеры. Мы все это знаем. Это работа для пантеры. Она, кстати, в этом одна из лучших. Если не лучше. Открывай. Открывай цветочный саркофаг. Я полюбуюсь. О. А я не знал, что вас тут двое, ребята. Одной лапкой не попадаю. И поэтому так слабо. Оно как с кинжалами получается. Та же фишка, что и у кинжалов. Эх. А в целом, знаешь, и неплохо, может быть, даже. Это что такое? Дар энергии. Что, ребят, вы не можете определиться, куда идти? Хорошо, пойдем туда. Я не против. Ножики повыбрасывали свои. Опа, чё? Это мой клиент. Ему в орех так далеко хрен попадешь. Ах ты, сука, как ты... Разжопа. На, займись им, дерево. Дерево, займись им. Слишком большие надежды возлагаю на дерево, да? Но пока что, я думаю, далеко еще до конкурирующей фирмы, поэтому никаких проблем не будет, если я... Хотя... Не, так далеко соваться не стоит. От ребятишек. Кого они здесь убивали так долго, я не пойму. И никого нет, главное, я к этому. Типа убивали, убивали, и ни хрена никого нет. Ладно, пусть будет.
Удобно с вот этим крафтом, конечно, ходить. Потому что не слабый прирост в интеллекте, там вот этой всей фенечке. При этом задешево. Ну, то есть, одна зеленая шмотка, это сколько получается? Там они по 2 единицы вроде бы. Это 2 ходки. В точности. Удобно. Две неудачные ходки. Снял. Ну, не я, но... Я помогаю. Опа! Обосрался? Я знаю. Я тоже. Ага, сейчас. Ага. Это-то было. Сейчас мы друг друга порвем. Чувствую. О-о-о, тут нас уже поджимает. Да, я тоже побежал. Да-да-да. Я совсем забыл про этот прикол местный. Я-то не часто в кончину грешников бегаю. Очень удобная хрень. Правда. Блин, что же я его не взял? Один раз рубанул, и эти твари лежат. А так в них так неудобно попадать. Они такие, сука, неудобные. Бачочечком. И тебе обязательно нужно было нанести ему последний удар. Твою мать. Гоу, блин. Да блин. Че, пойдем туда вниз? Там сундук козырный. И неизвестно, как оттуда вылезти. Это еще более козырно. Все не то. Так, ну нахер. Еще расстреляют, я это знаю. Давай я здесь тоже обойду, а? Нет? О. Дерево сейчас тебя накажет. Но не совсем. Дерево накажет, но не накажет. Нет, накажет. Ребята, что это такое? А что, не попал, что ли? Нет, вроде бы попал. Обидно, что сейчас вот никого нету. О, эти самоубийцы там что-то пытаются обдолбаться. Сейчас никого нету из конкурирующей фирмы. А потом... Ну, естественно, когда нас зона сведет всех вместе. Какая тогда начнется жесть. Ну, в целом, я большую часть своего личного задания выполнил. Им это вроде норм. Да. С ними и помирать весело. Встаем? Встаем.
правда. С хорошей командой. Интересно и за месси сгинуть. Хотя, интереснее выжить. Не будем скрывать. Угу. А вот тут где-то поблизости уже может быть и... Оу. И я не могу это взять. Надо же. А, я думал, он заберет. Это он из вежливости или... Просто подумал, что не успевает, или... Еще что-то. Еще какой-то или. Я думаю, может дешевле бутылки покупать в большом количестве, чем... Тратить время на то, чтобы собрать их так. И не сдох. Утырок, а? Кто, его ты хочешь завалить? Но он тебя точно хочет завалить. Согласен, но его нахер. Закрывайте. Согласен, ну его нахрен. О, вы хотите в этот портал? Да я не против. Я только не знаю, где он. Сверху, снизу, слева, справа. Вот таких вот замесов для пантера хорош. Я же правильно понимаю, что фиолетовая фигня выполняется за счет того, что ты убиваешь врагов. Ну, обычных вот этих вот слабаков. Пусть даже. Нам бы, конечно, устремиться в центр. Было бы очень-очень полезно. Где эта бутылка опять? Вечно я ее теряю. А мы идем по касательной. Но с другой стороны, там в центре могут вместиться ребята. И они там, сука, месятся. Это факт. О, то самое место, где нас подставил один из наших. Ну, а потом пошла херня. Одна херня. А ладно. Ну ладно. Может, оно того и стоит. Хотя. Зеленое, не факт. Так, здесь же этот дядя, да? Дядя, а ты бесишь? Ты прям умеешь бесить. И нам надо отсюда валить по-хорошему. Да нет. Нам надо отсюда валить по-плохому. Не вскрываешься, а вдруг здесь бутылки? Ну, не совсем то, но тоже ничего так. Загрузился до отвала. Надо говно выкидывать уже начинать. Нет, да. Согласен. Туда нам точно не надо уже, поздняк. Туда соваться. Сука, я лутаю. Это просто какая-то болезнь. Я говорю, это болезнь. Лутабилити называется. О, еще и жопы. Давайте, ребята, вашими мечами тут только и совать. Вот этого завали, пока он тебя не подрезал. О, а, другому. Эй, аккуратнее с мечами.
Слушай, тут нормально начало сыпать. Ё-моё. Открываем. Открываем быстрее. Сука, так и знал. Мы застали они нас врасплох хорошо. Ребята, а интересно посмотреть. А, вот настолько. Вот настолько тут команда такая, да? Угу. Ну, я понял. Это не 20 уровень, это 39 умноженный на 7-8 персонажей. Ну, у каждого, то есть 39. Вот это я бы поверил. Ну, ладно. А они хотя бы в ад пойдут. Пошли бы они нахер, но в ад. Как ты думаешь? Мне было бы интересно, если бы они отправились в ад и хотя бы в аду там надрали задницы, а не то, что нам. Тут мне со своим беспонтовым лутом надрать жопу. Да? Блин, надо было в центр бодрее фигачить. Там были бы порталы уже. Не то, чтобы их там хватило. Но они бы там были. Видишь, ему даже шмот тому и нахрен не нужен. Нифига себе, что это было? А, понятно. Аура. Нет, нужен. Стоп, воскрешаете своего? Молодец. Молодец. Как он умудрился здесь сдохнуть? Тут же никого не было. Какой цирк? Его уже залутали. Подожди, или он такой был? Он украл весь мой шмот, и а его свои ободрали, да? Или он такой был? Странновато. Ладно. Так, я надеюсь выйдете в ад. Не, куда? 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 А, да, да. Ну, наконец-то. Не зря хоть посмотрим. А потом я покажу, что я там навыполнял в рамках этого гороскопа. Интересно, ты летаешь, я тебе скажу. Интересно, ты летаешь. Хороший. Хороший. Итак, ад. Ну, учитывая их мощу, они по-любому должны завалить хотя бы жнеца, как мы тогда, и завалить Вендиго. Если им повезет, и ад будет сужаться куда-то туда. Да, потому что жнеца тут найти нифиг делать. Он тут всегда рядом, я так понимаю. Стоп. Наверху или внизу? Внизу, наверное. Подожди, а у него что, два одинаковых посоха, что ли? Ну, нет. Один крафтовый, другой купленный, понятно. Облик просто одинаковый. Но этот челик, я так понимаю, закидывает денег сюда, ну его нахер. Потому что вот этот ивент, он же только начался с такими шмотками. Он же только-только начался. Так что шмот он сюда бомбит. Ого-го. Деньги на этот шмот. Он за каждый урон поднимает себе магию. За каждое попадание. Вот видишь? Прикольно. А это что такое дает вообще? Это у него какая-то одна из характеристик так поднята? Жаль, не могу посмотреть быстренько вот все его базовые
Что они дают там, характеристики? К общему стихийному. Скорости движения. Ну, у него на интеллект в основном, на ловкость. Но я не вижу, чтобы оно восполняло. Может быть, эти... Ага, суммирует повышение максимального урона. Нет. 4 маны за удар. Вот. Вот оно что. Понятно. Чего оно моргает? 4 маны за удар. И плюс тут 4 маны за удар. И... Ага. Ну, понятно. Манна за удар, это, конечно, тема хорошая. А сколько у тебя маны той? Ну, учитывая, что 3 сотни. Да, да, в принципе, да. Очень недурно. Итак, что-то мы бегаем тут вокруг жнеца, но на него и даже и близко не пытаемся наехать, потому что он наверху. Или еще глубже внизу. Хм. Такое ощущение, что он тут уже все знает. Ну... Для него это подземелье абсолютно изучено. Ну да, кстати. В целом, это правильная тактика, я считаю. Но я не так давно ее юзал другим классом. 2 посоха. Оно удобно. Тем более, что... тем более, что... Не так много наносит булава. И не так хорошо оно там замедляет. Будем откровенны. Если зажать. А тем более у... О, жрец уже пошел. Жнец. Тем более у пантеры. Это пантера, это сила в ближнем бою. И всегда я перехожу им на нее. А так он заряжает ему не слабо. С 2 посохов. И манной так наваливает не слабо. Ну, есть надежда, что они пойдут на финального босса локации. Опять же, если оно так создано здесь, что сужается именно к нему. Куда делся жнец? Ну понятно. На удивление, у него мало бутылок с жизнью. Роскошное кольцо силы. У него, на удивление, мало бутылок с жизнью. Смотрю, тут все одевают такие себе кольца, а роскошные, они прячутся где-то по углам, да? Я думал, у него должно быть больше их. Ну ладно, окей. А что там такое интересное светится, а? Просто костер синий такой. Это прикольно. Что у этого выпало? Кубок. Нет, не кубок. Таинственная сова. К боссу идете, ребятки? Да. Вендинго. Собака Вендинго. У них, в принципе, есть время, чтобы это динго задрать. Кстати, мы, по-моему, тут сюда тоже к нему зарулили. Хотя... Если тут зер... Не, именно с этого входа мы зарулили к динго. Заряжается и в бой. Ждет своих. Дождался уже, все. Давай. Отсиживаться потом будешь. Но будем надеяться, что они его завалят. Значит, зачем это все? Умно расхреначить все эти тотемчики до того, как напасть на динго. Одобрямс. Я даже попытался.
Один точно уничтожил. Не рановато ли, Динго, ты начал валить? У тебя же ничего не заряжено. Он будет чисто способностью его убивать. И ждать, покуда зарядится посох. Вам бы какого-то мечника сюда, конечно. Он не ждет заряжать, он постоянно пользуется этой способностью именно вот так. Ребята его, я не заметил, чтобы они сильно ему помогали. А чуть не убило, кстати. И он не лечится. Странно, что не юзает сейчас манну. У него же есть. О. Стоп, а как она действует? На секундочку. А, это не то. Я ее перепутал с манной. Подожди, а я... Ну ладно. Грозовая тема. Но он не юзает вообще ничего. У него закончилась и манна фактически. И посохи все. И что будет дальше? А олени уже пошли. Ну, способность применил, но это такое. Не, конечно, он... Динго урон нанес неплохой. Но зона их собирается вытеснить отсюда. Буквально через пару минут. И надо переключаться с тотемов на эти хреновины. Интересно, поскольку урона он наносит этой способности, а? А, 78. 3 по 78. Или 300. Ну да. 3 по 78 или 300, я бы тоже выбирал бы не заряжать, а стрелять так быстро. Молодец, слушай. Молодец, что с нее вынасыпалось? Зеленый посох, ты не хочешь выбрасывать? Серьезно? Или ты уже взял что? Я знаю, наверное, сова перепала. Это вообще нихера не перепало. Это он не выбрасывает зеленое, чтобы взять синее. Ну, по сути, давайте на чистоту. Вот из них самый чистокровный псих-убийца, вот этот. Со всем этим шмотом красивым. Потому что он просто уродует. Он абсолютно точно знает, что он делает, и делает это очень хорошо. Молодец. Спору нет. Видно опыт. Так сказать, налицо отсутствие личной жизни. Но все-таки. Опыт чувствуется, это респект. Интересно. Будет ли он ждать, пока они свалят, или нет? Или он их бросит? Учитывая, что именно он воскрешал? Ну, не знаю. Попал. При всей его крутизне он все-таки попадается на это говно. Но справляется не кисло. Одеяние, правда, мистика. Угу. Что они сделают, что оно моргает постоянно? Что такое? Ох, киданет сейчас. Ох, киданет. Нет? Решил пойти в тот портал? Попытать удачу. Не хочет отходить от портала, потому что не хочет терять свои шмотки козырные. Это, конечно, понять можно. Пытается проверить, что за этой дверью. Есть ли еще куда-то поглубже.
Ребята тоже порталы не нашли, да? Угу. И как вы его здесь будете делить? Или в точке концентрации? Там будет прям порталов и порталов. Вот еще один появился. По идее, так что можно валить. Он ему что-то показывает. А этот сам ему что-то показывает. И они друг другу что-то показывают. Хм. Ни черта не понял, но что-то показывали. Два портала, и там один. То есть на месте третьего сразу бежал бы к тому. И он все правильно понял. Ну, знаешь, несмотря на то, что они нам пересрали, ну, конкретно мне, пересрали победу, я рад, что тот свалил. Он молодец, он заслужил. Вот. Вал Петрович, так сказать. Ну, понятно. Спаслись все. Хорошо. Ну, тут не спастись было очень сложно. После завала Вентига. А теперь давай посмотрим, что же там было у меня выполнено за все это время, да. Опыта немало? В заданиях. Итак, играя за друида, выживите в замке Клузо в общей сложности 20 минут, но это просто. Играя за друида, откройте сундуки в замке Клузо 10 раз. Играя за любой класс, бегите из замка Клузо 2 раза. Это сегодня. Играя за друида, выживите в кончине грешника в общей сложности 20 минут. Играя за друида, убейте скелетов в кончине грешника 15 штук. И свалить из кончины грешника. Вот это вот не получилось. А это что? Играя за любой класс, начните испытание Клото. Знал бы я, что это такое. Я бы, может быть, и сделал. Так, убейте 100 монстров, 40 сундуков, 5 редких предметов или лучше. И фрагмент короны богов. Получите предмет. Такс. Чё это за испытание Клото? Опять я не попадаю на эту полную луну. Испытание Клото. Не знаю. Я не знаю. Ну, будем искать. Будем искать. Что тут в хранилище? 50 бутылок набил. Ну, окей. 50 бутылок, до хрена денег. И в целом, ну, все это делается для того, чтобы в конечном итоге вот эту вот маску схлопотать. Что это такое? Играя за любой класс, войдите в оскверненный портал один раз. Но на самом деле одно из этих нужно. И я же говорю, если бы выполнил вот эту хрень... Сбежал бы с кончины грешника, то получил бы эту хреновую маску уже. Это такое дело. Теневой портал еще. Есть заказ на теневой портал. Ну, гуд. Если понравилось именно за друида видео, дай мне об этом знать, будем гонять им чаще. Тем более он уже такого, знаешь, адекватного уровня, в принципе. А здесь очень важен этот уровень. Я именно поэтому беру эти шмотки, которые дают повышение опыта. Потому что даже от 5-го, от 8-го уровня элементарно ребята убегают из тимы. А это, конечно, ну такое, знаешь, когда ты ищешь долго, просто потому что ребята ливают, ибо не хотят с низкоуровневым игроком или конкретно даже классом соваться. Понять могу, простить не очень, но такое. Большое спасибо всем за компанию. И... Ба-бай!